Друзья, всем привет! С вами Дагестан Туристический, Анжела Рахимова и Фарид Муслимов. Мы в Куракском районе. И по традиции, как заведено у лезгинов, свой съемочный процесс мы начинаем с чашки чая. Один из старинных агульских аулов Куракского района. Село обосновано в начале 16 века двумя братьями-агульцами – Магомедом и Хапукаем, от имени которого впоследствии село и получило свое название. Окольцован аул старинными кладбищами. Такое соседство ничуть не пугает местных жителей, да и времени пугаться нет. Жители села в это время заняты земледелием. Это основное их занятие. Основным занятием жителей села Хпюг является животноводство и земледелие. Как вы сейчас видите, идет подготовка к посадке картофеля. Делают это по старинке с помощью плуга и лошади. Сейчас здесь идет прополка картошки. Жители села, да, сажают. И мы, конечно же, не могли не присоединиться и не помочь. Здравствуйте! Да. Вам помощь нужна? Обязательно нужна. Я специально приехала из Махачкалы. Да, чтобы помочь вам с картошкой. На, вот только вам. Так. Закопайте. А, то есть я должна закапать картошку, да? Так, не знаете? Так, берете вот так. Ага. Раз, два, 3, 4, 5. Ага, ну, давай, сейчас закопайте. Давайте. Вот так, потихонечку, потихонечку. Не бойся. Ага. Хорошая это получится. И что, нормально получается у меня? Нормально, нормально. Ой, это, наверное, вот так вот нужно сделать. Это я. А как, урожай вообще хороший бывает? Иногда бывает, иногда нет. Да. Смотря какие погоды. А вы как этот дождь поливает, да, здесь? Только дождь. Да. Не поливная. Ага. Вот скажите, а что вы делаете уже с картошкой? Сами все время ее едите или все-таки продаете? Продаем и. Ага. Да. Продаем и едим. Все, до свидания. Спасибо. Ждите большое. Меня за урожаем. До свидания. Что, идем дальше? Скажите, пожалуйста, что у вас сейчас здесь происходит? Что вы сажаете? Картошку сажаем вот сейчас, потом морковку, потом там сено надо уже косить, будет время. Овцы загоняем, пасть пишет, туда нужно ходить, доить овец. Ты животноводство и Да. Друзья, мы в селе Хпюг Куракского района. Село нас встретило дождливой погодой, хотя местные жители очень рады таким погодным условиям и говорят нам, что мы баракатная съемочная бригада, которая приехала вместе с дождем. Что ж, по селу сегодня будем гулять зонтом. Село очень интересное, есть на что посмотреть и есть что вам рассказать. Кажется, дождь собирается. Тур не снимали еще. Да, при дождливой погоде. Кстати, да, это первая передача, которую мы снимаем во время дождя прям. Да. Баракат. Да. Баракатные мы такие вот.
Вокруг это покосившиеся дома, разрушенные сакли, маленькие дворики, пахнущие вкусным обедом и кизяком. Аромат у села, конечно же, очень интересный. Прогуливаясь по Ахпюгу, можно встретить очень много вот таких вот заборов из кизяка. Дело в том, что село не газифицировано, люди отопляются вот таким вот натуральным способом, то есть кизяком и дровами. На самом деле, хочу сказать, если вы думаете, что это какой-то отвратительный запах, на самом деле это не так. Кизяк перемешивается запахом природы, и получается такой, знаете, очень интересный аромат, натуральный. Раньше в Хпюге строились трехэтажные дома. Вообще, это такая практика во всех селах Дагестана. То есть на первом этаже располагались коровы, на втором – овцы, а на третьем уже жили сами люди. Делалось это для того, чтобы помещение отапливалось с помощью животных. Кизяк просто везде. На самом деле нужно очень аккуратно проходить по улочкам Хпюга, потому что на камнях везде, везде навоз, причем свежий. Вот, сейчас мы спускаемся в старую часть села, к Гадикану. Вот, именно здесь располагался раньше Гадикан, где решались все важные вопросы села. Скажите, пожалуйста, а что за отверстие вот на этих камнях? Это отверстие специально вот здесь, кадеканы большой, здесь народ собирались. И одновременно люди работали. Работали, раньше тулупы делали, готовили. Да. И постоянно в руках находился шкуры, баранина, скотина от скотины. И вот когда баранина, шкуру пропускал через дырки, когда отделали. Они мыли, потом... Мазь, ну, смягчали там туда-сюда, потом ножи специальные, которые хватит, у меня две штуки дома, покажу. Вот этим ножом отделали, ошкуривали, слой снимали, потом пропускал через эту дырку. Если через эту дырку прошло, то готово, шкура, да? То готовое. Это умывальник. Здесь кран был раньше. Ну, не такой, который открывал-закрывал, но своеобразный. Деревяшку вытаскивал, выбрасывал. И заполняли водой. Вот смысл кадикана. В общем, здесь, да, ну, люди не сидели без дела даже на кадикане. Без дела не сидели никогда. Это кадикан, да? Да. Да? А как часто вы тут собираетесь? Там кадикан, центральный кадикан, там в центре села. Там большой, большим камнем. Такие, как это, балки, длинные камни стали. Все старики с такими бородами, как сейчас я. А сейчас не осталось никто. Смотрите, Дагестан, смотрите, Дагестан, круче шатку. Друзья, местные жители рассказывают, что на вершине вон той вот горы погиб чабан и 300 барашечек из-за удара молнии. Вот такая вот печальная история. А, вот посмотрите, кругом, полностью кругом у нас кладбище. Это даже считается объем селения вот такой небольшой, а вот кладбищ много.
Это вот и есть двухъярусное кладбище. Да. Угу. Да. Вот же видно же, первая, вторая, вот третья. Угу. То есть они друг на друге захоронения. Да. Это говорят, что это село самое древнее в этом районе. Все, прогнала. Ты своей подружки? Да. Мы подружки, курочки. А коровы? Коровы — это вообще моя любовь. Подари мне корову, Фарид. Не смей говорить, что я сама как корова. Кизяк в каждый дом. Друзья, Фарид заметил вот эту вот лепешку и считает, что это пальцы женщин местных, которые лепили эту лепешку на вот этот вот столб или стену. А я говорю, что не могут быть у женщин такие толстые пальцы. И все. Теперь мыть руки и есть хинкал. Изумительная холодная горная вода, которая не оставляет налета чайники. Фарид, ты видишь, что в чьем-то доме топится печь на кизяках? Я думаю, что там готовят хинкал, а я очень проголодалась. Самая любимая часть съемок – это еда. Так мило. Серьезно, спасибо большое, так мило. Да, вот мне и куртка. Жалко, что вас нурку не разводят. Просто уникальное село. Во-первых, посмотрите, какой подарок мне сделали. А во-вторых, хинкал сегодня для нас будет готовить не женщина, а мужчина. Камиль Абдулаевич, скажите, почему готовите хинкал вы, а не я, например? Это у вас такая хинкал? Это хинкал, чапанский хинкал. Угу. Ага, его, наверное, готовят только мужчины. Мужчины, да. Что ж, давайте приступим. А ты что, наблюдать будешь? А я буду наблюдать, есть халву и пить чай. Пока Камиль Абдулаевич готовит хинкал, я слежу за мясом, чтобы никто его не съел. Ну как, готово мясо? А ты чего это интересуешься? Ну, я думаю, мы поделись это. Нет, конечно, парень. Я даже специально согласилась вытащить его, чтобы ни с кем не делиться. Мясо мое! Мурат не помогает. Посмотрите. Мурат. Аромат, правда? Это молодой барашек. Его специально выращивали для меня. Так готовится чабанский хинкал. Да, это не я делала. Видишь, вот это вот, эту стрелу. Привет! Давай идем к нам. Что ж, друзья, наша поездка в Курахский район, село Хпюк, подошла к концу. Заканчиваем мы ее вкусно чабанским хинкалом. Куда мы отправимся в следующий раз, пока не знаем. Так что оставайтесь с нами.
тебе в съемку или нет. А на самом деле как? Не клянусь, мне нравится. Да, я так, мне так безумно нравится. На самом деле, Фарид, мне очень нравится этот звук. Блин, ты что, снимаешь?